Vagishajushovadane Lakshmir Jashatavakshashi Jasyastihidai Sambhi Tvam Nishingamahamad Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Asaru Samsaru Kalu Dukshrupi Vimakaha Shutah Kasya Dhanam Kasya Snehovan Jalate Anish Nacha Indrasya Sukham Kinchinna Sukham Chakravartinaha Sukham Asti Viraktasya Munir Ekanta Jiva Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Gaudiya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru сказал, человек без анугати подобен животному. Пока мы следуем своему беспокойному уму, мы не сможем совершать баджан. Нам кажется, что Индра счастлив на райских планетах. Но это не так. Индра Махарадж несчастлив. И даже те, кто обрели и даже те, кто находится в этом материальном мире, очень богат, занимает хорошее положение в обществе, также несчастливы. Также несчастны. Счастлив только тот, кто занят Харикатхой Киртаной. Тот, кто не говорит на материальные темы. Тот, кто говорит исключительно о Бхагаване. И тем самым они совершают маунаврату. Когда мы осознаем, что материальная жизнь, материальный мир — это океан горя, боли, страданий, что здесь нет ни единого места, где можно было бы найти умиротворение, счастье. Здесь каждый, кто находится здесь, днем и ночью горит в огне. Об этом говорит Чайтанья Махапрабху. В этом материальном мире нет счастья. Однако мы не прекращаем чувствовать влечение к нему. Как только мы осознаем свою сварупу, мы сразу же осознаем свои обязанности. Наша единственная обязанность — служить Бхагавану Шри Кришне. Я могу привести один материальный пример в связи с этим. Пример из материального мира. In Spain, this incident happened.
Эта история произошла в Испании. Один человек Человек был воином, и царь пригласил его жить в своем дворце. Ради службы царя этот человек оставил свою семью. При дворе жило много талантливых людей. Царь платил деньги этому человеку. Однажды царь объявил: сегодня состоится битва. В то время были популярны такие увеселительные шоу, когда человек сражался с разъяренным быком. Именно такая битва должна была состояться в этот день. Media, that time there was only Bharva, there was no written or electronics media. The son, that man was a very powerful. Воин был очень сильным. His son was very powerful by that time. К тому времени его сын уже подрос. И также был очень сильным. Его мать сказала ему: «Это твой отец, иди и встретись с ним. Сегодня замечательная возможность встретиться с ним. Если у тебя получится, приведи его назад домой». К тому времени отец уже не помнил своего сына, он не знал, как он выглядит, и не мог узнать уже повзрослевшего сына. Тысячи людей собрались, чтобы посмотреть на битву. И на ринг вышел как раз-таки сын этого человека и сам этот воин. Сын знал, что сражается с отцом, а отец — нет. Во время битвы сын постоянно думал, что он не должен убивать своего отца, то есть он должен сражаться с ним таким образом, чтобы не ранить его. Но отец понятия не имел, что перед ним его сын, и сражался во всю силу. И в конце концов он пронзил его тело ножом. Сын упал и прокричал: «Отец!». Это человек был в шоке. Взглянув на лицо этого юноши, он понял: это же мой сын. Но его сын был уже смертельно ранен. Отец бросился к нему. Благодаря этому примеру можно понять, что то есть отец не знал, что перед ним его сын, и, соответственно, он не понимал свои обязанности. Но как только он узнал, что это его сын, он тут же понял, что он должен делать, что он должен был защищать своего сына, никак не убивать.
Однако понять свою сварупу, открыть свою сварупу, осознать ее не так-то уж просто. Нам необходимо столько преданий Шри Гуру, чтобы в конце концов мы осознали, что наша единственная цель — служить Шри Кришне. Поскольку мы не осознаем своих отношений с Шри Гуру, не понимаем своих обязанностей, мы удаляемся с пути Харибаджана. Наши настоящие отношения, единственные отношения, которые у нас есть, с Шри Гуру и Вайшнавами. Но мы этого не понимаем. Гуру Падма говорил, человек, лишенный анугати, подобен животному, даже хуже. Прабхупад написал одно письмо одному так называемому преданному. Этот человек оставил Прабхупаду, и Прабхупад это написал. Ты оставил путь Парипатта Парипрашне. Вспомните эту штуку. И что же мы теперь можем поделать? Как мы можем помочь тебе? Ты покинул путь Парипатта Парипрашне. Ты пошел за своим беспокойным умом. Парипат — это не шутки. Парипат означает отказаться, отречься от своего ложного эго. Если мы предлагаем поклоны Гуру и Вайшнаву, но при этом не находимся в настроении Парипат, это не что иное, как лицемерие. Парипат означает отказаться от ложного эго, очистить его, очистить свое сердце от него. Более того, понять, что нет более падшей дживы, чем я. В таком случае мы можем по-настоящему предлагать дандаваты. Парипат Парипрашна — это Атма Джигаса, то есть... Атма Джигаса, which is called Татва Джигаса, which is called... Тут же Татва Джигаса, Шабда Джигаса, Шабда Джигаса. Because Brahma is there in the form of Шабда. Анади Нидханам Брахма Шабда Таттам Ядакшарам Нивартате Артха Бхавена Пракрия Джагато Ятаха. Бхагаван говорит, положение Бхагавана вечно. Он никогда не может пасть, то есть он никогда не пойдет со своего положения. И Брахман — ничто иное, как Шабда. То есть в этот мир он приходит в форме Шабда, в форме Маха-мантры. Таким образом, Маха-мантра не отлична от Шабды, но мы не можем это осознать.
whole creation, infinity creation, of prakito and prakito jagat, all coming from that Bhagavan. We are not grateful. We are never grateful. Trinadupi Shanichano, gratefulness, humbleness, all synonym. If there is no anugatya, no question, I can exhibit. Все творение берет свое начало в Бхагаване. Настоящая анугатия подразумевает под собой предание, настроение Тринадапи, а также благодарность. Каждую секунду мы должны выражать благодарность лотосным стопам Шри Гуру и Вайшнавов. Но, к сожалению, у нас сейчас такого желания нет. Когда приходит благодарность, когда в сердце смирение? Если смирения нет, то я чувствую себя лучше всех и не испытываю никакой благодарности, кому бы то ни было. Чувствую, что я лучше всех. Кришнадас Кавираж Госвами в каждой главе молится лотосным стопам Вриндаван Дас Такура. Он молится о том, чтобы не совершить апарадху лотосным стопам Вриндаван Дас Такура. То есть он молится, точнее, он молится, чтобы не совершить никакой апарадху, молит об этом Шрила Вриндаван Дас Такура. Он говорит, я лишь жую пережеванное, то есть то, что осталось от Вриндаван Дас Такура. Кришнадас Кавираж Госвами является Вьясадевой Чайтанья Лилы. Если подумать об этом с трезвым умом, очевидно, что Чайтанья Чаритамрита полна Сиддханты, она подобна океану Сиддханты. Вся, абсолютно вся татва Сиддханта содержится в Чайтанья Чаритамрите. Даже то, что касается Рупануга Бхаджана. То есть он смог описать удивительным способом так много, но сам на каждой странице просит молиться о том, чтобы не совершить оскорбление, то есть в глубоком смирении. Итак, каждую секунду мы должны испытывать благодарность Гуру и Вайшнавам. Это секрет бхаджана. Мы видели на жизни Шридхара Госвами Махарадж, Пури Госвами Махараджа не сравнено смирение. Казалось бы, такое смирение невозможно. Но они показывают нам пример этого. Даже животное, дикое животное может испытывать благодарность. Если вы когда-то помогли животному, какому-нибудь животному, он будет благодарен вам, и если это был какой-то хищник, он не станет нападать на вас. История об этом. Давным-давно, когда было рабство, можно было купить раба.
even apartheid system, apartheid, you know, white and black. The apartheid system was effective in Africa until recently, 50 years back also. 50 years back. So big problem. There was slavery system on those days in Greek, Portugal, here, Греция, Португалия и так далее. Раньше было рабство, распространено рабство. И один богатый человек отправился на рынок для того, чтобы приобрести себе нового раба, слугу. Он сделал это, купил человека, купил раба за большие деньги, привел его домой и там стал заставлять его работать, использовал его как вьючное животное. Он держал его очень строго, не позволял ему даже пить, когда он хочет. Время от времени он избивал его. «Я заплатил за тебя деньги, я тебя купил, ты должен выполнять мои приказания», — говорил он. И жизнь у этого человека была ужасной. Точнее, жизнь раба стала ужасной. Однажды ему выпала возможность сбежать. Он воспользовался ей, убежал. Когда хозяин обнаружил пропажу, исчезновение раба, он распереживался, заплатил столько денег, а он сбежал. Он нанял большое количество людей, чтобы те искали его. Но был вечер, его так и не смогли найти. Этот человек бежал изо всех сил, наступил вечер, темнота, он забежал в лес. В это же время поднялся сильный ветер и начался дождь. У этого человека абсолютно ничего не было. Он был практически голым, одна каупина. Он был в отчаянии, не знал, куда ему идти, куда ему податься. Кругом одна темнота, ливень, дождь. Но внезапно он увидел пещеру и зашел туда, но почувствовал запах мяса. Когда на небе появилась молния, то есть вспышка света, он обнаружил, что напротив него сидит лев. Однако лев был болен. Его нога была повреждена, и ему было ужасно больно. Этот человек увидел, что с лапой льва все совсем плохо. Этот человек происходил, то есть хорошо знал, как при помощи растений помочь льву. Он сделал растер какое-то растение, перевязал ему лапу,
Лев ничего не мог, не мог ходить, он постился. Ведь когда животное, дикое животное, когда дикое животное заболевает, никто не принесет ему и пищи. Даже когда они становятся старыми, им приходится голодать. В конце концов, этого человека отыскали. Отыскали и привели к хозяину. Хотел сбежать от меня. Теперь ты будешь наказан. Он настолько был жестоким, этот человек, что решил посадить в клетку своего сбежавшего раба с диким львом. Был устроен большой праздник, приглашено много людей, которые пришли посмотреть на это шоу. Тысячи, тысячи людей покупали билеты. Здесь в своем детстве, в моем детстве еще были подобные. Как люди сражались с быками, и людям это очень жестокие вещи, но людям нравится это смотреть. И за этими битами стояли, всегда стоял какой-то выигрыш, большая сумма. Это своего рода азартная игра. Итак, люди собрались, на арену была вынесена клетка с львом. Итак, этого несчастного раба бросили в клетку со львом. Человек подумал, как я могу сражаться с львом. Порой львы нападают даже на слонов и легко побеждают их. Coming in front of that man, lion stopped attacking. Well, why? All people surprised. Подкрадываться к рабу. Because the lion. Но чем ближе он подходил, тем дружелюбнее он становился. В конце концов он остановился и обнюхал раба и не стал его есть. Львы определяют все по запаху. Итак, по запаху этот лев смог понять, что это тот самый человек, который помог ему, что этот человек помог ему в трудную минуту. И он не набросился на него. Люди, собравшиеся на это зрелище, недоумевали, в чем дело. Так вот, этот пример ясно показывает, что даже животные испытывают благодарность.
one man was killed. He was an actor, film actor in Bombay. He was a film actor in the Bombay. Yes, very stout figure, very nice. Now his competitor, those who were previously actor, they like to kill him. Because so long as that man is there, he can take my chair. Один человек в Болливуде, актер в Болливуде. Он был из Бихара, был молодой восходящей звездой, был красивым, сильным, высоким. И он становился все более и более популярным, любимцем публики. Но те, кто были в Болливуде до него, очень завидовали ему и решили убить его. Тот человек, то есть, предыдущая звезда Болливуда решила, что если я не убью его, то он займет мое место. Those men came in the flat to in the house to kill. Dog could realize that they are coming with bad, dirty motive to kill my master. Но у этого молодого человека была собака, восходящей звезды. Anesthesia, you know? You see? By the spell, dog slipped down, which is in a Jew when they are going to clean. Sometimes they are putting gate, pushing in that gate, and close and clean. And sometimes, if the question of treatment coming, they use anesthesia. Then the tiger or lion sleeping. After that, they are making operation or whatever you like. Otherwise, ferocious animal cannot allow you, na? Cannot allow you. They are ignorant. The dog was kept inside. Собака, то есть этот человек пришел в дом к этому юноше, чтобы убить эту восходящую звезду, однако у него дома была собака. И собака почувствовала, что этот человек пришел с плохими намерениями, и стала лаять на него. Но этот человек использовал какую-то анестезию, то есть сделал так, чтобы собака уснула, и убил ее хозяина. Но уже после его убийства она еще долгое-долгое время плакала по своему хозяину. То есть вайшнавы, собаки, даже собака настолько верна, настолько предана своему хозяину, но мы этого качества лишены. Гуру и вайшнавы всегда, всегда пытаются спасти нас, прикладывают все возможные усилия для того, чтобы нас спасти. Но мы не преданы им. Именно поэтому мы теряем все, что у нас есть, и не можем совершать настоящий баджан. Итак, благодарность приходит лишь тогда, когда в сердце смирение. Тринадапи. Более того, лишь когда в сердце есть смирение, мы способны говорить о Бхагаване. Какими бы выдающимися ораторами мы ни являлись, харикатху мы говорить не сможем. Я знаю многих проповедников, разных случаев, которые происходили в Гаудиамадхе. Знал тех, кто совершенно не мог говорить, не обладал какими-то ораторскими способностями, но они обладали преданностью, преданием. И именно благодаря ей они становились великими проповедниками. Наш Шрила Бхакти Гамбарати Госвами Махарадж говорил об этом. They are
singing gurus, I'm nothing. But Prabhupada used to express concern. Prabhupada used to express concern for that devotee. All те преданные, которые считали себя незначительными, и недостойными проповедовать, в конце концов оставались в Мадхи, а те звезды, то есть, как могло показаться выдающиеся проповедники, в конце концов оставляли Прабхупаду, и Прабхупад не особо-то переживал об этом. Однако о смиренных, простых преданных он всегда думал, переживал. То есть, когда вот эти прославленные проповедники Гаудия Матха уходили, Прабхупад ни разу не вспоминал о них. Ну вот был в Матхе Панчана, преданный по имени Панчана. Он был совершенно необразованным, совершал простое служение, ухаживал за садом, не особо-то ценным севаком он был. Но Прабхупад очень часто спрашивал о нем, думал о нем. К примеру, Сагар Махарадж, он был учеником Шрилы Прабхупады, более того, он получил саньясу от Шрилы Прабхупады, но говорить на публику он не мог. Но Прабхупада отправил его проповедовать. И не единожды он часто отправлял его в разные места. Потому что Прабхупад, несмотря на то, что Прабхупад хорошо знал, что тот не может толком говорить, он знал, что лишь взглянув на его например, который он подает своим поведением, люди обретут бхакти. Каким образом проповедь не означает хорошо говорить? Красивые разговоры, красивые харикатха. Прабхупад объясняет, что проповедник тот, кто по-настоящему следует наставлениям Чайтанья Махапрабху. Он может не обладать ораторскими способностями. Но если он утвердился в следовании Чайтанья Махапрабху, он выдающийся проповедник. Так Сагар Махарадж не обладал ораторским талантом, но он был смиренным. Именно благодаря этому он является первоклассным проповедником. When those sannyasi going to finish, then Sagar Maharaj started speaking. Однажды Сагар Махарадж отправился с другими саньяси, брамачарями в Миднапур. Вначале на программе выступали другие спикеры, проповедники. Когда они закончили, начал говорить Сагар Махарадж. Было уже поздно, и когда начал говорить Сагар Махарадж, один за одним слушатели расходились. Когда Сагар Махарадж через какое-то время севак подошел к Сагар Махараджу и сказал: «Сагар Махарадж, все разошлись, уже совершенно никого нет». Сагар Махарадж сказал: «Кто тебе это сказал, что здесь никого нет? Здесь столько живых существ. Здесь дживатмы в тонких формах присутствуют. Также тут полно растений. Они также являются живыми».
Шримад Бхагаватам говорится, вокруг полно атмы. Нас окружает атма. Как принимает рождение дживатма? Она входит в лоно матери. Это Вишна Чакраварти Бхушана очень подробно описывает процесс зачатия, то есть процесс... рождение ребенка, рождение джива. Когда я пришел сюда, я был уверен, что я не смогу, совершенно не смогу говорить. Но я пришел, и каким-то чудом я говорю. Так вот, Сагар Махарадж сказал, кто сказал, что здесь никого нет? Здесь деревья, здесь полно джив в тонкой форме. После того, как он завершил Харикатху, он хотел поехать в Калькутту, в Бхагбазар. У него совершенно не было денег, потому что никто не давал ему пожертвований. То есть у него совершенно не было денег, у него не на что было купить билеты. Однако у него была гуру Бхакти. Итак, он пришел на станцию и без билета сел в поезд. Смотрители в поезде оштрафовали его, привели в полицию. Но по милости Прабхупады как-то эта ситуация разрешилась. Затем он все-таки добрался до Бхагбазара, и в то время там был Прабхупад. Брамачари сказал о Прабхупаде: Сагар Махарадж приехал, вернулся с проповеди. Прабхупада вышел, позвал севака с гирляндой и сказал: иди и встречай его, бери мриданга и вырази ему почтение, то есть встрети его с мридангами и гирляндами. И так встретили Сагар Махараджа с почтением, привели его к лотосным стопам Прабхупады, и Прабхупад сказал: ты первоклассный проповедник. Итак, проповедь — это не обман. Нам кажется, что проповедь — это что-то подобное обману. Гуру Пад Падма точно знает, кто предан ему. Гурудев знает, что Гурудев знает сердце каждого. Он знает, что в вашем сердце. Итак, мы остановились на том, что Удава является выдающимся проповедником. Я говорил об этом долгое время. Я говорил о том, пытался объяснить то, что причину, по которой Бхагаван Шри Кришна хотел оставить Удаву в этом мире. Бхагаван был полностью уверен в том, что Удава не отличен от него. Определенно наступит день, когда люди четко поймут, кто есть гуру, а кто есть ученик. В связи с этим один случай.
в Айодхе жил один великий Ачарья. Там люди поклоняются Рамачандре. Так как это был великий Ачарья, когда он состарился, он решил назначить следующего Ачарью. Ачарья должен, не может стать любой. Это должна быть очень могущественная личность, которая следует всем правилам и предписаниям. Там также был пандит. И этот Ачарья подумал, если я назначу его, люди хотя бы будут иметь возможность слушать Рамакатху. Таким образом, он решил назначить Ачарьи его. Когда наступил день, этому Ачарью должны были провести Абхишеку. И Гурудев сказал новому Ачарье: скорее переодевайся и приходи. В 9 часов мы должны начать Абхишеку, потому что собралось много людей. Приходи, совершай Гуру Пуджу, совершай Абхишеку. Мы вместе проведем Абхишеку. Но прошло много времени, а этот человек так и не пришел. И этот Ачарья послал к нему севаков и попросил узнать, что он там делает. Этот севак вернулся и сказал: Гурудев, он одевается. Одевается? Прошло еще время. Этот севак опять пошел посмотреть, но он до сих пор одевался. Тогда Гурудев очень разгневался. Я сказал ему прийти в определенное время, но он так и не пришел. Тогда приводи вот этого мальчика, который живет в Гошале. Это был сын брахмана, и он весь перемазанный в навозе быстро принял омовение, оделся и пришел к Гурудеву. Тут же прибежал к Гурудеву. Сказал: садись, я назначу, я сделаю из тебя ачарья. Гурудев захотел передать свою силу ему. И таким образом этот юноша стал ачарьей, а тот образованный пандит... Нет. Шанкарачарья, к примеру, у него был один ученик, который, казалось бы, совершенно не образован, но он отказывался говорить, пока этот ученик не придет. Хотя его готовы были слушать десятки учеников. «Пожалуйста, начинайте, Гурудев», — просили они. Он все равно ничего у него не понимает. Но Шанкарачарья не начинал. Когда его ученик все-таки пришел, по милости Шанкарачарьи, он начал декламировать шлоки из священных писаний. Все были поражены. Он же совершенно не образован, совершенно невежественный. Как это так у него получается?
Наш Джаганнадас Бабджи Махарадж говорит Бихари: «Бихари, читай Бхагаватам». А Бихари был совершенно необразован, он не умел читать, неграмотный. «Я не могу читать, я читать не умею». «Все равно читай, читай». На Бихаре начал на память декламировать Бхагаватам. То есть он был совершенно неграмотный, он не умел читать, но наизусть он смог воспроизводить Шримад Бхагаватам. Это не единственный пример, их очень много. Таких примеров, которые не являются выдуманными, это реальная история. Так вот, не стоит недооценивать силу Гурудева. Гурудев может все. Он может сделать так, что вы станете способны делать невозможное. К примеру, Прабхупада однажды назначил спикером Шрила Джаджавар Госвами Махараджа в большом собрании. Тот был в шоке: «Как я могу? Я не умею, не умею говорить, тем более в таких больших собраниях». Но он пришел к Прабхупаде и начал просить его поменять свое решение. Там же собрание из пандитов, больших знатоков, веданты, шастры. Как я могу говорить в их собрании? Но Прабхупад был непреклонен. «Я не изменю свое решение. Иди». Это было огромное собрание, где собрались представители всех сампрадай. А Джаджавар Госвами Махарадж должен был представлять Гаудия Матх. Когда он начал говорить, все пандиты... Джаджавар Госвами Махарадж говорил о читании Махапрабху. И он, то есть его харикатха в этот день была очень успешна. Настолько успешна, что все пандиты в собрании начали аплодировать ему и говорить, насколько прекрасна его харикатха. Но до этого он практически не проповедовал. Все, Джаджавар Госвами Махарадж. Итак, Кришна хотел назначить Удава Махараджа Ачарьей. Шри Кришна Бхагаван был абсолютно уверен в том, что он не отличен от Удавы, что Удава не отличен от него. Так если мы не сможем привести в гармонию свое сердце с сердцем Гурупада Падмы, мы не сможем. Совершать баджан. Вчера я говорил о том, что многие демоны достигли лотосной стопы Кришны. Вритрасура и такие великие преданные, как Хануман Махарадж, Юдхиштхира Махарадж, Прахлад Махарадж. С самого начала Санатана Госвами Пад в Брихат Бхагаватамрите описывает этих преданных. Он говорит, что каждый из великих преданных обладал любовью к Кришне. Однако их любовь была разной. Каждый обладал своей индивидуальной, своей собственной любовью.
Когда гопи стремятся к лотосным стопам Шри Кришны, это совершенно другая любовь, чем любовь Ритрасура. Порой кажется, что гопи, может показаться, что гопи так сосредоточены, сконцентрированы на лотосных стопах Шри Кришны, но также и муни, и риши, погружены в глубокую медитацию на лотосные стопы Кришны. Но, конечно же, их любовь, их преданность не идентична. Йоги, погруженные в медитацию на Параматму, в то время как гопи не могут вычеркнуть из своей памяти, выбросить из своей головы лотосные стопы Шри Кришны. Каждая их пора, каждая их клеточка прославляет славу Кришны и думает о том, как доставить ему удовольствие. Прохлад Махарадж совершал баджан. Однако было там некоторое, какое-то малейшая примесь гьяна мишра бхакти. То есть он, было у него такое мышление, что Бхагаван спасет меня от всех проблем. Но Браджаваси не думают даже так. Когда Браджаваси узнали, что у Кришны болит голова, и он просит пыли с лотосных стоп своих преданных, а Нараджи Махарадж просит каждого дать этой пыли, чтобы он смог нанести себе ее на голову и чтобы его избавиться от боли. Но все отказывали, никто не хотел давать. Когда Нарада Риши прибыл во Вриндаван, когда гопи узнали о боли Кришны и о том, что он нуждается в пыли, гопи спросили, сколько ты можешь унести, сколько килограмм необходимо, забирай все. Мы готовы пойти в ад. Если Кришна будет счастлив, если с ним все будет в порядке, если он будет здоров, мы готовы. Если это действительно поможет ему, мы готовы пойти в ад. Прохлад Махарадж велик, он Двадаша Махаджан. Однако в его бхакти присутствует некоторая гьяна, гьяна Мишра Бхакти. То есть он думал, что если со мной произойдет что-то неблагоприятное, в любых трудностях он вспоминал Кришну и знал, что Кришна спасет его. Однако настроение гопи отличается от этого. Они готовы умереть за Кришну. Вспомните историю, когда Кришна танцевал на головах Кали, и он попал под воду. Браджаваси были готовы броситься за Кришной. Мама Ишода, остальные браджаваси были готовы броситься в ядовитую воду, чтобы спасти Кришну. Но Баларам остановил их. То есть их любовь настолько сильна, что они не могут вынести даже мысль о том, что Кришна может пострадать, он может умереть.
that Krishna is Supreme Lord, this kind of knowledge is there, then rasa. И это возможно, потому что они лишены знания о том, что Кришна — Верховная Личность Бога. Точнее, они умышленно забыли об этом. То есть это настроение не превалирует во Врадже. Бхагаван Шри Кришна совершает свою лилу подобно обычному человеку. И настолько правдоподобно, что даже Удава не мог понять настроение Кришны. После того, как Кришна принял решение покинуть этот мир, даже после того, как после ухода Кришны, Удава размышлял и осознавал, что стояло за словами Кришны. Вспоминал то, как Кришна позвал его и сказал, попросил совета. Удава был министром, советником, личным советником Кришны. Кришна, после того, как Кришна ушел, Удава рыдал и думал, «Прабху, я думаю, ты можешь пойти в Хастинапур и там и просто убить там Джарасанду». То есть, несмотря на то, что Кришна является Верховным Господом, он принимал советы Удавы. Теперь Удава, после того, как он услышал, что Бхагаван хочет покинуть этот мир, считает, что тем самым Бхагаван хочет обмануть его, то есть его оставить здесь, а самому уйти, сам хочет уйти. But that time, Uddhavji Maharaj could realize. That the gravity of Gopi Prem. But how to get? Who can get? Not that I realized. Удава Махарадж понимал, смог понять значимость Гопи Према, насколько она редка и сокровенна, но он не знал, как обрести ее. Бхактивинода Такур говорит, когда на темном грозовом небе встречаются две молнии, друг от друга они подзаряжаются и образуют собой гром. Скорость света гораздо быстрее, чем скорость звука. То есть звук, гром образуется после молнии. So potential difference can be balanced out. Our Bhaktivinoda Thakur speaking, наш Бхактивинода Такур говорит, maybe you are a knowledgeable personality. You are doing so many things, but you will have to wait for the gift of prema. Somebody has to give you. Возможно, вы очень способны, возможно, вы обладаете большими познаниями, однако вы не сможете получить прему до тех пор, пока тот, кто обладает премой, не даст ее вам. But Bhagavan Sri Krishna now
Именно сейчас Бхагаван Шри Кришна дает свое заключительное учение, преподносит свое заключительное учение Шри Удаве. After this speak, you can do it, what I can do. After that, you can do it, Arjun, what I can do. I am a single man. Sometimes you are speaking this, sometimes this. Sometimes karma, you are giving advice about karma. Sometimes you are giving advice about jnana. Sometimes you submit to what I can do. I am in confusion. That's why Arjun speaking, I am in confusion. Когда Кришна давал свое наставление Арджуне, он впал в замешательство. Арджуна сказал: ты говоришь о карме, ты говоришь о йоге, ты говоришь о том, что нужно осознать это, то, но это абсолютно противоположное наставление. Ты скажи четко, что я должен делать. Скажи мне что-то одно, дай мне одно наставление. Бхагаван Шри Кришна очень тактично, тонко подводит Удаву к высшему знанию. Он говорит: я не буду учить тебя ни гьяне, ни вайраги, ничему бы то ни было еще. Я хочу принести тебе высшее благо. И очень скоро вы поймете, что же это высшее благо уже завтра. Мунир Эканта Живана, Панчакалпатурвасу, Кипасиндхи Бхавши, Патитанам Паванам, Башнабхьо Нама.